субботу в Самарской области пасмурная и облачная погода. Местами осадки в виде небольшого снега. Температура воздуха днем -1, -3 градуса, ночью 5-7 ниже 0. Ветер преимущественно северо-западного направления, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурно и без осадков, днем -2 градуса, ночью 7 с минусом. Северо-западный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, днем -3, ночью -5 градусов, ветер северо-западного направления 1 метр в секунду. В Самаре пасмурно, утром возможен небольшой снег, днем -2 градуса, ночью 6 ниже 0. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 78%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.